Послание Ефесянам 3:17. Верою вселится Христу в сердца ваши. Христос вселяется в ваше сердце. Это означает, что это место, где обитает Христос. В наших сердцах мы хотим быть как Христос, не в наших лицах. Наше сердце — это точка связи, место обитания Христа. Если вы слышите Христа, это происходит через ваше сердце, не через ваши уши. Как многие говорят, «А, Иисус, что ты сказал?» Вы можете услышать Христа не через ваши уши, а через ваше сердце. Это дает нам возможность говорить друг с другом и одновременно со Христом, потому что мы используем разные средства. Я использую свои уста, чтобы говорить с вами, а чтобы говорить с Иисусом, я использую свое сердце. Также и Иисус говорит со мной в то время, когда и человек может со мной говорить. Вы можете говорить со мной, и в то же время я могу молиться Иисусу. Мы используем разные средства связи. Иисус говорит со мной, и я разговариваю с вами в то же время. Я молюсь, и в то же время я разговариваю с вами. Наш успех зависит от нашего размышления и исповедания. Это название послания. По вашей вере в Него, чтобы вы укоренились в Божьей любви и укрепились. Христос сделал ваше сердце местом своего обитания, место пребывания, место проживания, ваше сердце. Вера находится в сердце человека. И в Библии везде, где упоминается сердце, говорится о духе. Человеческое сердце и человеческий дух — это одно и то же. Итак, вера находится в сердце человека, не в его теле, не в плоти. И только вера угождает Богу. Слово Божье созидает природу Христа в нас. Христова природа созидается в личности человека. Другими словами, Бог созидает себя в нас, делает себя частью нас по мере того, как Слово преобладает, руководит и насыщает нашу духовную природу. Это значит, что вера совершенствуется через действие по Слову. Слово должно доминировать в нас. Слово должно жить в нас. Это секрет веры. Если Слово не преобладает в вас, вы не можете поступать по вере. Слово должно доминировать в вас, жить в вас. Это секрет веры. Вы можете легко узнать человека веры, просто глядя на его поведение. Вера — это не подражание. Ее нельзя подделать. Когда вы увидели прическу, которая вам понравилась, вы сделаете себе такую же. Или увидели костюм на каком-то мужчине и решили купить такой же. Вы продолжаете сравнивать себя с другими. Вы не удовлетворены. Вера — это не подражание. Ее нельзя сымитировать. Она должна появиться в сердце каждого человека в гармонии со Словом Божьим. Человек веры не будет никого копировать. Он действует и говорит в согласии со своим сердцем. Он не смотрит на внешний вид людей. Если этот человек стройный, мне тоже надо похудеть. У этого человека длинные волосы, мне надо отрастить мои. Вера не пренебрегает обязанностями. Нет, я не могу это сделать. Я сделаю то, а это сделай ты. Нет. По этим признакам очень легко узнать человека веры, будь то пастор, священник или просто христианин. Вера не поддается панике во времена трудностей.
Сегодня христиане, если у них проблемы, бегут в церковь за исцелением, молятся, открывают Библию, кладут ее под подушку или на живот, бегают из одного места в другое. Вера не поддается панике во времена трудностей. Это образ жизни, доверия Богу. Как во время напасти начинают говорить, «Я запрещаю тебе во имя», или начинают поститься по 3-4 дня из-за того, что у них проблемы. Это не люди веры. Вера — это образ жизни, доверия Богу. Когда все хорошо, они постятся, молятся. Когда все плохо, вы не увидите разницы. Вера — это не отрешенность. Она не отрицает существование проблемы. Когда вы больны, вы скажете «Я болен», потому что вы знаете, что человек может быть болен и все же быть другом Бога. Но многие служители Божьи сегодня неожиданно умирают. Они долго болеют, но они не хотят, чтобы люди знали, что он болен, потому что боятся, что подумают, будто он согрешил. Поэтому они внезапно умирают. Некоторые совершают самоубийство, служители Божьи. Вера — это не отрешенность. Она не отрицает существование проблемы. Как приходит вера? Где я могу достать веру? Она не происходит от нас. Если бы вера происходила от святых, она была бы хрупкой, слабой. Я говорю о святых, даже не о вас, о святых апостолах. Если бы вера происходила от них, она была бы слабой. Вера берет свое начало от Бога. Вот почему ваше внимание должно быть сосредоточено на Боге. Что я под этим подразумеваю? Взирать на Бога, смотреть на Него, размышлять о Нем. Так у вас появится вера. Чем больше вы взираете на Бога, чем больше размышляете о Нем, тем больше у вас веры. Она приходит спонтанно, естественно. Поэтому существует много великих служителей, которые никогда не занимались в богословских школах. Вот почему вы видите, как деревенский мальчик стал великим апостолом сегодня. Вот почему обычный рыбак без образования становится великим апостолом, не умея даже читать. Нас удивляет, что он не образован. Когда вы не способны действовать с Богом и не знаете Божье мнение о вас и других людях, это значит, что ваше обращение под вопросом. Вы можете знать Библию от бытия до откровения, и все же что-то упущено. У вас может быть вера, но недостаточная. Вера — это небесная валюта. Имея мало средств, вы купите немного небесного товара. Если вы идете в магазин, вы не можете приобрести больше, чем на имеющиеся у вас деньги. Ваша платежеспособность не может быть больше, чем ваша духовная жизнь. Но сегодня ваша платежеспособность кажется намного превосходнее вашей духовной жизни. Поэтому благословение, которое вы получаете, подобно камню, брошенному в море. Иногда вы можете получить 100 миллионов, но придя домой, вы обнаружите, что этого недостаточно. Наш успех зависит от нашего размышления и исповедания. Скажите, мой успех зависит от моего размышления и исповедания. Если вы размышляли перед молитвой, вы встретитесь с Богом. Я говорил, что вера не поддается панике. Только во времена трудностей вы молитесь, ищете лица Божьего, поститесь. Во времена трудностей вы начинаете бегать в суматохе. Это не вера. Вера — это образ жизни, доверие Богу. So how can you trust in God?
Но как вы можете доверять Богу без размышления? Для этого я дал вам браслет веры. Начните со своего офиса. «Возьми больше меня, о Боже, дай больше Тебя». Пока вы говорите со своим боссом, ваше сердце говорит: «Возьми больше меня, дай мне больше Тебя». Когда вы вышли от босса, продолжайте говорить это. Ваше сердце должно говорить: «Возьми больше меня, дай мне больше Тебя». Если вы не говорите этого, а просто смотрите на меня, это значит, что данное послание никак не затронет вашу жизнь. Вы просто прослушали ушами, и оно вышло из вашей головы. Пока вы слушаете меня, продолжайте проговаривать это, и пусть это станет вашим сердцебиением. Именно это означает слова, образ жизни, доверие Богу. Христос обладает природой, благодаря которой вы и я легко можем полагаться на Него. Какова Его природа? Это верность, доброта, благость, воздержание, смирение, чистота, плод Духа. Это и есть природа Христа. «Возьми больше меня, дай мне больше Тебя». Об этой природе Христа вы просите. Больше Твоей верности, Твоей доброты, чистоты. Потому что вас больше вас самих. Больше вас самих — это противоположность плоду Духа. Когда вы уйдете отсюда, когда вы едите, когда вы отдыхаете, ничто не воспрепятствует вашему сердцу размышлять над этим. Во время разговора вы и я, мы не используем одно и то же средство. С человеком вы говорите своими устами, а вашим сердцем — с Богом. Это разные средства общения. Их можно использовать одновременно. Поднимите вашу руку. Ваше сердце сейчас занято этим. «Возьми больше меня, дай мне больше Тебя». Это дает вам возможность обрести веру и увеличить ее. Мы обретаем веру по мере возрастания в нас плода Святого Духа или самого Бога. Больше размышления, больше веры. Вы думаете, что если будете читать Библию от Бытия до Откровения, у вас появится вера? Нет. Читать Библию — это хорошо. Но вера приходит от Бога. Поэтому вы должны познать Его верность и надежность. Познать через размышления в вашем сердце. Мы хотим пообещать: ничто не остановит меня, ничто не прервет, не остановит мое сердце от размышления. Ничто. Даже если вы пастор, когда вы в служении, как я, мое сердце связано с этим размышлением. Мое сердце говорит это. Мое сердце проговаривает это. Давайте встанем и дадим такое обещание. Я каждый день говорю об этом. Я не знаю, как иначе вы сможете возрастать. Это невозможно. Зрители, где бы вы ни были, что бы вы ни использовали для просмотра, прямо сейчас я хочу, чтобы вы присоединились к нам в этом обещании Богу. Господь сказал: «Я сделаю ваше сердце местом обитания. Я сделаю ваше сердце моим домом». Как Бог может сделать наше сердце домом, когда мы не пригласили в Его, в наше сердце? Это приглашение Бога. От избытка сердца говорят уста. Это язык христиан. Другие говорят от избытка желудка. Когда вы исполнены Богом, вы будете говорить от Бога. Зрители, находящиеся дома, ничто не сможет остановить вас или прервать ваши размышления. Наш успех зависит от размышления и исповедания. Но вы думаете, что наша вера зависит от нашей молитвы, от количества молитв. Но что это будет за молитва, когда вы не живете жизнью Божьей и молитесь? Остановка в молитве — это остановка в Боге. Если отношения разрушены, бесполезно призывать и приглашать Бога избавить вас. Вы должны двигаться с Богом, прежде чем сможете молиться. Размышление приводит к тому, что вы движетесь с Богом. Чтобы не остановиться в вере, нам нужно облечься в Божью природу. Так не будет никаких остановок. Итак, поднимите вашу руку и дайте этот обет. «О Господь, возьми больше меня, дай мне больше себя, больше Твоей верности, святости, послушания, чистоты, доброты, благости и воздержания». О Господь, возьми больше меня, дай мне больше себя.
Вот чего ваше сердце должно жаждать все время и о чем постоянно говорить. Ведь вы совершаете проступки именно из-за того, что вас больше вас самих. Вот почему мы не в силах себя контролировать. Вы делаете то, чего не хотите. Я больше не буду так поступать, но вы продолжаете возвращаться к тому же. И также, поэтому вы не понимаете ваших сновидений. Если у вас были разрушены взаимоотношения, перед тем, как вы заснули, кто будет охранять вас? Это так же, как если бы вы попросили меня оставить вас, и я ушел. А позже у вас где-то возникли проблемы, и вы начинаете звать меня. Тебе, Джошуа, пожалуйста, помоги. Но вы сами попросили оставить вас. То же самое с Богом. Остановка в молитве – это остановка в Боге. Для того, чтобы впредь не было этих остановок, размышляйте. Размышление приносит взаимоотношения. Размышление в Слове Божьем — это встреча с Богом. Когда вы непрерывно размышляете «возьми больше меня, дай мне больше себя», вы встречаетесь с Богом. Прежде чем вы осознаете это, вы обнаружите эти взаимоотношения. Вам не нужны деньги, чтобы иметь мир. Все, что вам нужно, — это взаимоотношения с Богом. И тогда Бог скажет вам: «Иди туда и получи свои деньги. Иди туда и заключай контракт. Иди и отдыхай. Сегодня никуда куда не ходи. Возьми пост на 3 дня. Вот что вам нужно». Вы знаете, что это реально — быть на приеме у Бога. Вы едите, и внезапно Бог говорит: «Остановись, встреться со мной». Это означает пост. Вы вымыли руки, пошли, легли и начали молиться. Прием у Бога изменит направление вашей жизни. Но у вас нет таких встреч. Скажите, когда в последний раз вы слышали от Бога: «Иди, встреться с тем человеком, я дам тебе бизнес». Как пророк, я хочу сказать вам, что ключ, который я дал вам сегодня, это ключ к успеху. Только в своей радости не забудьте о вашем размышлении. Не восторгайтесь от того, что будет происходить до такой степени, что забудете о вашем размышлении. Кто-то вам скажет: «У меня есть для тебя контракт на $3 миллиона». И вы забудете о размышлении из-за этих денег. Но когда этот человек вас разочарует, вы вспомните о размышлении. Тот человек скажет: «Прости, я не смогу этого сделать». И вы тут же: «О, возьми больше меня, дай мне больше тебя». Но это не вера. Вера не поддается панике во времена трудностей. Это образ жизни доверия Богу. Не забывайте, что вы не такие, как прочие. Скажи соседу: «Здесь вы не такие, как прочие люди. Снаружи вы не такие, как прочие люди. На остановке вы не такие, как прочие люди. В магазине вы не такие, как прочие люди. В бизнесе вы не такие, как прочие люди». Не забывайте, что вы не такие, как прочие. А вы думаете, что вы не такие, только пока вы в церкви. Но как только вы выходите отсюда, вы забываете, кто вы. Поэтому вы возвращаетесь к своей прошлой жизни, к своей прошлой славе. Если бы я возвращался к своей прошлой славе, вы бы сюда сегодня не пришли. Размышление делает вас не такими, как другие. Пока вы размышляете в своем сердце, у вас не будет время болтать ни о чем. Когда в аэропорту ваш вылет задерживается, вы должны сказать: «Спасибо, Иисус, за возможность поразмышлять». Но вы говорите: «О Боже, Бог накажет их». Кого Бог накажет? Ваш вылет задержан, чтобы дать вам возможность поразмышлять. Вы не как прочие люди. Брат, подойдите. Предположим, это Бог. Вам нужно приблизиться к Богу, прежде чем вы призовете Его имя. Вы не можете стоять здесь и звать Бога. Это не Его природа. Чтобы приблизиться к Богу, вам нужно размышлять. Размышление приближает вас к Богу. Вот сейчас время молиться. Природа Бога не позволит нам кричать отсюда: «Бог, мне нужна еда!» Потому что от этого места до Бога очень много препятствий, которые остановят ваш голос. Ваша неверность, ваше непослушание,
разного рода вещи, которые блокируют ваш голос, чтобы он не достиг Бога. Теперь ваша часть. Вы должны кое-что сделать. Не все зависит от Бога, и, безусловно, не все зависит от вас. У вас есть ваша роль, и у Бога также есть своя роль. Бог слышит вас, когда вы приблизились к Нему. Приблизиться к Нему можно через размышление. Размышление в слове — это встреча с Богом. «Возьми больше меня, дай больше себя». Это помогает мне преодолеть препятствия. Когда вы приблизитесь к Богу, вы это узнаете. Ваш дух скажет вам об этом. Вы услышите голос в своем сердце. Чем больше вы приближаетесь к Богу, тем более чувствительны вы становитесь к присутствию святости. Вы почувствуете это сразу же, как приблизитесь к Нему. Сейчас я здесь. Это встреча с Богом. Что мне надо делать теперь? Господь, благодарю Тебя за Твою благодать, за милость, за то и другое. Он скажет вам, о чем молиться, чего просить. Не вы будете просить. Вот в чем смысл размышления. Когда вы доберетесь сюда, отношения придут. То источник отношений — Бог. Отношения не приходят от нас. Они не человеческого или чувственного происхождения, но от Бога, так же, как и вера, о которой я говорил. Вы почувствуете эти отношения. Отношения означают, что Он скажет вам, о чем просить, в чем нуждаться, как и когда молиться. Вот что такое отношение. Когда вы уже здесь, вам необходимо оставаться тут и продолжать пребывать с Богом. Но это сложно из-за мира, в котором вы находитесь. Из-за вашей работы или окружающей обстановки вы можете вернуться обратно. Поэтому я говорю о непрестанном размышлении. Остановка в размышлении, и вы уже не можете прийти к Богу. Поэтому не поддавайтесь восторгу от внешнего успеха настолько, чтобы забыть о своем размышлении. Если вы не размышляете, у вас не может быть отношений. А если у вас нет отношений, о чем вы тогда молитесь? Мы не знаем, как молиться. Святой Дух учит нас. Вы знаете, что у молитвы есть свой собственный язык. Прямо сейчас вы должны сказать, «Я не прерву эти взаимоотношения. Я не остановлюсь в своем размышлении. Ничто внешнее не увлечет меня, чтобы остановить мое размышление». Вам было дано помазанное слово, «Возьми больше меня, дай больше себя». И благодаря этому вы отличаетесь от других. Другие живут внешне. Они руководствуются тем, что они видят снаружи. Но вы ведомы тем, что вы видите внутри. Вот почему вам нужно пригласить Бога в ваше сердце. Бог говорит, «Я хочу сделать твое сердце своим домом». Прямо сейчас начните произносить это слово «Возьми больше меня, дай больше себя в вашем сердце». Верьте в это, и Он это исполнит. Начните размышлять над этим словом в своем сердце. Méditez cette parole dans votre cœur, au Saint-Esprit, prends plus de moi et donne-moi plus de toi. Y va a suceder. Toma más de mí y dame más de ti. Medite esta palabra en su corazón. Méditez cette parole dans votre cœur, elle s'accomplira. In Jesus Christ. Во имя Иисуса Христа. Спасибо, Господь. Продолжайте, и это станет стилем жизни доверия Богу. Благодаря размышлению вы можете иметь откровение о ваших друзьях. У вас много ненастоящих друзей, у вас много ложных приятелей. Вокруг вас так много людей. Вам нужно знать, кто они такие, каковы их интересы. Спасибо, Господь.